Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Валентина, и вы на канале «Жизнь по-новому». Сегодня я приглашаю вас снова на свой помидорный заготовочный день. Помидоры необычные, вкусные, ароматные, рассол потрясающий. В банке никакой зелени не будет. Но результат я вам гарантирую. Очень вкусно. И когда ставишь такую баночку на стол, в которой нет ничего, кроме маринада и помидор, все спрашивают, а что же это такое вкусное? А что же это там было? В общем, давайте все по очереди. Нам нужны помидоры. Помидоры любые. У меня красные и желтые. Лавровый лист. Пару зубчиков чеснока. Перец душистый. Перец горошком. Зерна горчицы, если есть, нет, значит нет. Лист хрена, пару луковичек и вот такие зонтики укропа. Они сейчас очень хорошо высохли, ароматные, душистые, самое то. Прежде всего просто моем баночки и наполняем их помидорами. Насыпаю помидорчики слоями. Можно вперемешку, как вам больше нравится. Ну, чтобы в баночке было красиво и аппетитно. Теперь возьмем немного красных. Укладка помидор. Дело 5 минут. Теперь берем кастрюльку. В нее укладываем зонтики укропчика. У меня здесь 4 штучки. Добавляем перец душистый. Перец горошком черный и зерна горчицы. Сюда же отправляем чеснок и лавровый лист, а также листочек хрена нарезанный и лучок, нарезанный колечками. Заливаем все это водичкой и отправляем на плиту. На 2-3-литровые баночки я буду наливать 3 литра воды. Можно взять прямо 3-литровую банку, набрать водички, залить и отправить на плиту. Чтобы маринад быстрее приготовился, я закипятила чайник, залила в нашу приготовленную смесь и отправляю на плиту до закипания. Вот так уже аппетитно, ароматно все выглядит. И очень быстро. После того, как наш маринад закипел, даем ему 5 минут покипеть. И начинаем заполнять им баночки. Я специально взяла чашечку белую, чтобы вы видели, какой маринад по цвету уже с первого раза. А аромат вообще превосходный. Все, начинаем наполнять наши баночки. Помидорчики мы залили кипящим приготовленным маринадом, накрыли крышечками и сейчас укутываем полотенцем. И оставляем минут на 15-20 до тех пор, пока они немного остынут. И руке будет удобно сливать маринад обратно в кастрюлю. Содержимое кастрюли накрываем крышкой и на время убираем в сторонку. Баночки простояли в горячем маринаде 15 минут. Они уже тепленькие. Баночку можно брать руками. Снимаем крышечку и сливаем наш маринад в кастрюлю. На 1,5 литра маринада мы добавляем 1 столовую ложку соли и 5 столовых ложек без горки, вот так, сахара. Раз, два, три. 4, 5. Хорошенько все это размешиваем и отправляем на плиту до закипания. После того, как мы отправили наш маринад на закипание, в каждую баночку наливаем 3 столовых ложки уксуса 9%. Итак, все, готов наш маринад. Он закипел, он отдал нам все вкусы, запахи и вот такой шикарный цвет. И всей этой вкуснотой мы заливаем наши помидоры. Потрясающие помидоры у вас получатся.
Все, ребята, наши супер помидоры готовы. Маринад вкуснейший, помидоры настоятся, натянутся, будут просто супер. Получается все очень красиво, ароматно. Один раз попробуйте, будете закрывать все время. Это мой самый любимый рецепт. Вот так они выглядят в баночке. Видите, чистенько. Маринад как слеза. Красота. Осталось за малым попробовать. Итак, друзья, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое уведомление. Впереди у нас очень много вкусных рецептов и заготовок. А с вами была я, Валентина. И до новых встреч. Пока-пока.